американы горько пили и обнимались желваки, сведя их, плакали и пели. Победили! Татьяна Васильева из Звенигорода писала это стихотворение о войне по воспоминаниям из детства. Она представила его на игре «Что, где, когда» для участников клуба «Активное долголетие». Тематика интеллектуальных соревнований в этот раз военная, в честь годовщины Великой Победы. Вот и решила выступить. Говорит, что очень важно хранить память о тех, кто за нас воевал. В игре участвуют не впервые. Мы очень дружны. И даже после первого тура, вот вернее, который прошел зимой, мы были очень рады и победе, но самое главное, никто из нас никому ни слова не сказал, если были ответы неправильные, неверные. Мы только поддерживали друг друга, а это так важно. 5 команд по 8 человек съехались из разных уголков нашего округа, чтобы побороться за победу. А вопросы для них составлял двукратный обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов, который вновь стал ведущим игры. И мы эти вопросы, как и организаторы этого мероприятия, увидели буквально за 5 минут до начала игры. При этом нам также запрещено пользоваться телефонами, и вот пока мы ведем жюри работу. Финальные игры «Что, где, когда» для активного долголетия проходят раз в квартал. А вот отборочные туры клубы в разных городах проводят самостоятельно, где и выбирают лучших игроков. Следующая финальная сессия пройдет летом, а игроки уже сейчас начинают к ней активно готовиться. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».